Счастливые обладатели призов авиакомпании «Сибирь» отдыхали на Тамане. Это семья Жайворонок в составе 5 человек. 3 взрослых и 2 ребенка. Старшему Руслану в этот день исполнилось 3 года. Семья купила билет на Москву. Компьютер отсчитал пассажиров на регистрацию и посадку. Отсчет остановился на 500-тысячном пассажире в 9:40. Им оказалась Анна Андреевна Жайворонок. Тамань нам очень понравилась. Мы, собственно, там и жили. В Анапе мы несколько раз приезжали, отдыхали. Вот. Очень все понравилось, здесь очень хорошо отдыхать с детьми. В этом году пассажиропоток через Анапский аэропорт увеличился на 26% по сравнению с прошлым. В прошлом году 500 000 пассажира отправили в полет на месяц позже, чем в этом. Среди пассажиров большая часть уже отдохнула или только приехала именно в город-курорт Анапу. География гостей курорта обширна: Москва, Петербург, Камчатка, города Сибири и Урала. Мы приехали из города Улан-Удэ, Байкал, озеро Байкал, всем известное, с Бурятии. Впервые вы в Анапе? Нет, мы уже были здесь год назад. И приехали, вам понравилось здесь? Почему? Да, нам понравилось. Витязево мы жили. Море, солнце, пляж, песок. Здорово. Мы на Давину там ходили, понравилось. Обязательно приедем. Все понравилось. Это, мы все лето отдыхали здесь с июня месяца. Понравилось. Пляж хороший. Море хорошее, теплое. Не грязное. Мы не первый год приезжаем. Периодически ездим и планируем дальше приезжать. С детьми очень удобно. Что именно вам вот нравится в Анапе? Почему вы предпочитаете Анапу? Мелкое море, песочек, тепло. Деткам удобно. Аэропорт Анапы имеет статус федерального, обслуживает соседний Новороссийск. Тамань и является одним из самых крупных авиаузлов на юге России. Общая площадь терминалов около 5000 квадратных метров, а средний пассажиропоток 200 человек в час. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа регион.